В Жамбылской области открылась первая женская медресе. В образовательном учреждении, расположенном в селе Айшабибе, с начала учебного года смогут обучаться 50 человек. Обучающиеся будут зачисляться с 9 класса. В учреждении также обустроено спальное место. Учебное заведение построено при поддержке индивидуальных предпринимателей. В торжественном мероприятии приняли участие главный муфтий и заместитель акима области, которые поздравили собравшихся с открытием. В прошлом этот двухэтажный объект назывался медресе колледжем Хибатулла Тарази, здание Бейбутата. На торжественном мероприятии местные сельские жители читали Куран и совершали обряды и традиции. Принять участие специально прибыл и главный муфтий Наурызбай Кажи Таганула, пожелавший, чтобы открывшееся новое здание медресе вносило в будущем неоценимый вклад во благо народа области и района, единство нации, воспитание подрастающего поколения и их развитие. Слава Всевышнему, мы живем на своей земле, в независимой, богатой стране. Каждому нужна вера, ведь это духовное богатство. И где есть вера в Аллаха, там есть и справедливость. Там царит мир. И поэтому я поздравляю с открытием учебного заведения по вероисповеданию. Также заместитель акима области Еркан Усимбаев поздравил присутствующих с открытием нового учебного заведения, отметив, что в этом году акимом области будет выделен грант по специальности исламоведения. Мы намерены выделить специальный грант на специальность исламоведения. А в этом году мы впервые выделяем грант. Мы думаем, что это системный и правильный подход. Ведь можно получать знания согласно стандартам образования и у себя на родине. Поздравляем! Общая площадь здания составляет 10 002 квадратных метра, состоит из двух этажей, может поместить в себе 50 человек. На первом этаже есть большая комната, подсобное помещение, туалет и три комнаты. На втором этаже санузел, молитвенный зал, намазхана, туалет, три комнаты и два больших зала. Капитальный ремонт объекта производили за счет собственных средств предпринимателя Куаныш Бейбутулла и Олжас. Данная медресе построена семьей Балжамбаевых, братьями Балжамбаевыми. Медресе построена для девочек. Комплекс называется «Бейбутата». Данный комплекс предусматривает здесь общежитие, класс обучения, асхана. После торжественного открытия был накрыт дастархан, и гостям был подан обед. Также спонсоры данного объекта сделали еще доброе дело. Они посадили саженцы деревьев перед зданием. Кулюш Мурзакова, Нурланбек Турсын, Ирбулат Жыкаш, 77 News.